Давайте посмотрим, что у нас получается. Продолжим заниматься параграфом. Так, что у нас? Сиреневый. Вот конец оперения хвоста практически сливается с водой. Но оно чуть ярче, чуть плотнее воды, поэтому его видно. Здесь мы добавили оранжевый в край. Можем даже немножко красноватый, такой красновато-оранжевый сделать в этом месте. Доводим хвост до ума. У нас нет такого количества полосочек, как на плавниках. Хвост более ровный. Нам все равно надо как-то обозначить, где он заканчивается. Поэтому берем красный, крапак розовый в смысле, и подмешиваем его. Хочется еще подлить хвост. Добавляем еще оранжевый сюда, в центр хвоста. Можно сюда добавить. Немножко растушевываем более крупной кистью. Так, теперь берем линер. Берем белую краску. Желательно, чтобы она была не совсем белая.
то, что от нее осталось. И намечаем на хвосте полосочки. Они не должны быть сильно яркими. Так, и с этой стороны у нас есть полосочки. Немножко. Здесь они даже поярче. Так, и вот от центральной этой темной полоски мы отводим перышки на хвосте. Буквально намеком. Вот таким образом. Так, что нам еще нужно? Давайте еще здесь добавим. Сделаем потемнее вот эту часть оперения. Помолок взяла. Буквально яркости. Немножко в край добавляем яркости. Он у нас потерялся. Вот так. Ну что ж, что нам еще нужно добавить? Так, давайте добавим еще чистой кисточкой. Берем желтый цвет. Так, у нас что-то все не очищается. Так, получается желтый цвет. И проходим вот здесь вот. Вдоль. Панцирь. Назовем это так.
Наверное, еще светлее сделаем для контраста. На левом плавнике я немножко добавила тень в нижнюю часть вот сюда. Так, хочется добавить в правый плавник немножко розового цвета. Давайте добавим туда бледно-розовый. Как гармоничнее, по-моему, стало. Так. Отойдем, посмотрим, что у нас получилось. Так, ну рыба, в принципе, закончена. Сейчас мы добавим маленький блик на глаз. На правый, может быть, чуть ярче сделаем усик. Что еще мы можем с рыбой сделать? На голову что-то поярче добавим. Давайте сюда вот добавим желтого буквально каплю. Оранжевый. Усик. Усика хочется ярче. Давайте сделаем поярче. Вот в этом месте. Так вот. И я обещала блик на глазик. Там глазик. Немножко подчеркнем плавно. Буквально в одном месте. Теперь сделаем воду. Так, так, так. Берем вот эту кисточку. Белый. Вот такое движение.
Так, теперь с этой стороны. Еще где-то. Давайте поставим несколько бликов на воде, которые мы уже ставили. Они чуть-чуть подсохли. Это мы можем их подчеркнуть. Еще здесь вот ставим. Этот мы с вами сделаем вот так, чтобы он не сильно в глаза бросался. Так вот. Немножко растираем. Опять берем белый. Буквально. Очень аккуратным движением. Ну что ж, смотрим, что у нас получилось. Немножко убираем вот эту вот яркость, контрастность. Здесь тоже. Вот этот плечок тоже немножко подтираем. Так, а вот сюда мы добавляем белого. Вот, у нас получилась еще одна рыба. Давайте посмотрим, как они будут реально.
Между ними будет еще одна картинка. Вот такие у нас получились рыбы. В следующий раз мы сделаем центральную картинку. Их можно вешать вертикально, горизонтально, переворачивать как вам удобно, чтобы они плыли в одну сторону, в разные стороны. Давайте поэкспериментируем. Вот они у нас в разные стороны. Ну, горизонтально я не могу их поставить сегодня, они еще мокрые. Вот так. Тоже интересно получается. Ну, на этом мы закончим сегодня. И продолжим с центральной частью в следующий раз. Всего доброго!